Валентина Терешкова посетила место гибели летчика-космонавта Владимира Комарова в Адамовском районе. После встречи с руководством области первая в мире женщина-космонавт призналась, что довольно тяжело перенесла тот полет, но выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.